допустим. Евген, у меня к тебе вопрос из чата. Ты никогда не задумывался? Ну? Ты никогда не задумывался? О чем? Ну ты никогда не задумывался? Задумываться о чем? Ты никогда не задумывался? Вопрос. Блять, смотря о чем, смотря когда, смотря при каких обстоятельствах задумывался. Бывало, попы не было. Но чувак, что-то, блядь... Ну, в целом. Нет, вопрос очень хороший, ты никогда не... Давай мы опустим эту хуйню, это одно и то же, что я сейчас тебя спрошу. Ты когда-нибудь, ладно, не буду шутить на эти темы. Ну, пошути, давай, почему? Ты, ну, да ты, нет, вот ты сейчас задумался и пошутил. Пошути, пожалуйста. Нет, давайте мы продолжим уже нормально. Вот я просто не хочу, видишь, прибегать к оскорблениям, вот все к хуйне. И раз уж у нас есть конкретная тема, давай мы этой темы будем придерживаться. Ну, так у меня есть чате, тема, ты никогда не задумывался. Блять, чувак, я тебе еще раз говорю, в последний раз. Раз уж мы общаемся, общаемся мы нормально. Я ну, также могу тебя рофлить, угорать, хороший же оскорблять, вопросы тебе задавать, кто там какую мамку ебал, когда как. Батя у тебя гондонами пользовался, когда тебя зачал, или ты ошибка природы, блядь. Через жопу тебя рожали, через пизду. Я могу тоже вопросы тебе задавать. Но раз уж мы ну, сюда, понимаешь, в чем дело? Вопросы, которые ты сейчас перечислил, они не несут тебе оскорбительную коннотацию. А я у тебя спросил очень простую... Нет, я у тебя спросил, ты никогда не задумывался? Я в тебе последний раз говорю, у нас диалога с тобой не выходит только потому, что ты, блядь, пытаешься как-то меня подъебнуть. Я понимаю, что ты ко мне негативно относишься. Я это прекрасно понимаю, я знал, куда я иду и с кем я иду общаться. Но, чувак, раз уж мы общаемся, давай мы будем общаться нормально. Окей? Если ты хочешь такой вектор выбрать общаться, ну давай пообщаемся, пооскорбляем друг друга. Ну, так я тебе и не пытался оскорбить. Ну, хорошо, твоя цель этого вопроса. Давай, подъебать меня, что я типа тупой, нахуй, не задумываюсь ни о чем. Там, типа, вообще мне нахуй. Нет, у меня нет такой цели. Я у тебя просто спросил. Давай. Просто даже мухи не ебутся. Твоя цель. Узнать, ты никогда не задумывался или нет. Твоя цель. Ой, ладно, все, прости меня за это. Это было безбожно. Плохо. Давай продолжим, на чем мы остановились? Так, хороший вопрос. Кто-нибудь об этом задумался? Меня, честно, раздражает пиздец просто. Ну просто на этот вопрос просто есть два ответа. Либо да, либо нет. А ты ушел в полемику. Смотря... Я тебе не в полемику. Я сказал, смотря на чем, смотря когда, смотря при каких обстоятельствах. И мой ответ был да, а иногда нет. Тебе не кажется, что задумывался... Ну ты, если бы ты сказал да или иногда нет, это был бы более хороший ответ, но ты начал... Смысле, более хороший? Я тебе дал развернутый ответ, который занял у тебя буквально 10 секунд, чтобы его выслушать. Ты тут начал подъебывать и перезадавать мне этот вопрос. Какой ответ ты от меня Ты отвечал не конкретный ответ. Какой ответ? Я тебе ответил конкретно. Смотря о чем задумываться, смотря когда задумываться и при каких обстоятельствах задумываться. Ну и так я... Ну, потому что я у тебя спрашивал в целом, а не за конкретные вещи. Я ну, тебе в целом и ответил. Это я тебе нигде не контрактист, блять. Короче, я тебе конкретно ничего не давал. Типа задумывался вот об этом, о том, о всем. Нет, я тебе сказал, смотря когда, смотря о чем. Все, вот мой ответ. Я это не устроил, ты что-то другое хотел услышать? Ну, типа, либо да, либо нет. А ты пошел в полемику, я поэтому... Я тебе не в полемику зашел. Что ты хотел от меня услышать? Да, нет, хорошо, я отвечаю да. Что дальше? Все, ты ответил на вопрос, поздравляю. Идем дальше.